Эй-эй-эй, привет, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня битва замков, сегодня выходит роллинг, если нравится тема роллингов, не забудь поставить свой жирный княжеский лайк, не забывай про то, что мы любим пельмени, расчехляй еду, усаживайся поудобнее, заваривай чаек, смотри видосик, роллинг, я надеюсь, будет интересный, потому что я нахожусь на, ну реально на достаточно молодом аккаунте, на нем силы меньше, чем на яйце, это во-первых, во-вторых, 53 тысячи самоцветов, и как я понимаю, это донат, и это первый донат на этот аккаунт. Сегодня мы пройдемся по акциям, потому что задонено было сегодня, и как бы будем ролить. Давай сначала, знаешь, что сделаем? А, тут даже гильдию, грубо говоря, не прорекламировать, хорошо. А, ее тут нету. А, смотрим на недостающих героев. Это фанатик, ну фанатика понятно, Влад Дракула, Некроз, Кровавая Мэри. Некроз, Влад Дракула, я так понимаю, пофигу. Темный колдун, механоид Альфа, фея. Ну, то есть, мисс Магию, Кровавую Мэри будем пытаться выбить. Ну, вы там увидите ништяки. Леди Божество, Купидона нету. Что очень странное. Пепельная Матрона. Барт есть. Князь Тыква, Скиталец. Слушай, какой-то аккаунт странный, да? Реально, он, по сути, почти бездонатный. Это первый на нем донат, но из таких новых героев нам нужен именно... Нужна Пепельная Матрона, Берсерк тут есть. И донатный, то есть Пепельная Матрона, Леди... А, ну вот и Мисс Магия. Пепельная Матрона, Мисс Магия, Леди Божество и... Кровавую Мэри будем пытаться из карточек выбить. Тут даже мастер рун есть. Короче, очень все странно, друзья. Смотрите, ништяков здесь много. Это все мы будем пытаться выбить. Дальше. Ну, пошли тогда по акциям. Во-первых, магазин скидок. Так, Парящий остров. 29 попыток, друзья. 29 попыток. Давай я даже... Я, знаете, если куда-нибудь вот как-нибудь сюда перемещу, я думаю, что нормально, ребят, будет. Вот так вот, да? Надеюсь, вы там подписались на канал. Вот, что еще хотел вам предложить? Не знаю, надо, наверное, подумать вообще, какую игру сегодня постримить. Вот что надо подумать. Так, 50, 200, окей. Знаете что, может быть даже голосование провести сегодня в моем телеграм-канале, потому если хотите вот, поучаствовать в выборе сегодняшней игры для стрима, то спускайтесь по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Если там по ссылке не переходит, то заходим просто Князь ТВ ищем и все находим. Так, ну слушай, кстати, изменили награды в Парящем острове, да, здесь можно теперь выбить фанатика. И, если не ошибаюсь, теперь по 200 камней дают. Ну, вообще, в принципе, награды неплохие. Вот эта донатная карточка появилась. А камни нужные. Ну, фанатика выбили 2 осколка. И раньше вроде по 100, если не ошибаюсь, давали камней пламени. Сейчас вроде как по 200. А может, я ошибаюсь. Вы поправьте меня в комментариях. Ну, слушай, карточки пока мы не видим. Да, и все. О, мы тут хороший камушек получили. Так. Все достаточно странно. Забираем, да, что мы видим? Ну, дон-карту мы не получили. Дон-карту мы не получили. Это печально. Кстати, да, вот сейчас вспоминаю то, что на яйце всю пыль потратил. А мог бы сейчас потратить и получить дон-карту. Ну, ладно. Дальше, что мне хотелось бы отметить? Ништяки. Ништяки, что делать? Ну, давай, начнем это все... А, у нас даже места на складе нету. Ой. У нас тут все по максимуму. Слушай, прикол заключается в том, что... Как бы, ну, вроде все награды забрали, да, с этого. То, что давал нам Парящий остров. Вот. В тютельку, грубо говоря, забрали. Так, ну, а сейчас мы тут забираем ништяки. Забираем ништяки. Дон карты, ну крутые карты, не знаю, или в середине роллинга откроем, или в конце. А, кстати, подожди, там же, ребят, еще акции, что я забываю. Так, события, Парящий остров, Древо желаний, это ладно, это там уже хозяин, пускай сам. День замковладельца, Хватайка, вот что интересно. Хватайка, то есть у нас еще, ребят, 5 попыток.
5 попыток, и уже 20 жетонов есть. Я сегодня, к примеру, на яйце использовал попытку бесплатную, жетона не выбил, а на основе выбил жетоны и получил... Что я получил? 5 жетонов получил. О, пошли невероятные награды. Студенистого рыцаря. Да господи, дай жетонов. Дай жетонов, сволочь. О, уже 30 жетонов. Окей. Дальше. Что еще? Эй. Еще бы жетончиков 20. Давай. О! А, ну он дал только 5. К сожалению. Ну, тут, конечно, надо думать, что нам забирать. Смотри. Я бы, наверное, забрал вот эти вот карточки, потому что там нету кровавой мэри нету и леди божества нету. То есть, ну, отсюда есть шанс реально выбить это, этих героев. Пыль, конечно, тоже можно забрать. Это лишние 5000 самоцветов и 200 пыли. Но не факт, что за эти 200... Не факт, что за эти 200 пыли, грубо говоря, мы возьмем и выбьем, допустим, вот эту вот карточку, да? То есть, ну, тут как бы достаточно сложно. А так можно взять эти карточки блатные, ну, хотя, по сути, нам только донатные эти карты нужны, и взять эти сундуки. За 200 пыли. Ну, 30 осколков механоид альфа. Слушай, тут даже не знаю, как выгоднее поступить. Что у нас тут по осколкам? Будет обидно, видишь, если карточки заберем, а нам оттуда ничего не выпадет. Механоид альфа 39 осколков. Ну, тоже такое. Леди божества точно нету, да? Так, леди божества точно нету. Но я бы, наверное, забрал бы карты все-таки. Я бы, наверное, забрал бы именно карточки. Как это все сложно. Да, леди божества тоже нету. Ладно, пока не трогаем. Войти в игру, получи приз. Рулетка удачи. Тут тоже есть пару попыток. Но вряд ли тут можно на что-то серьезное надеяться. Потому что падать будет нередкое, скажем, дерьмо. Вот, потому что у нас удача... О, 1000 самоцветов. Слушай, ну, тут хотя бы так. Дальше. Счастливое число. Ну, тут, конечно, можно участвовать, да, но... Сами видите, какие результаты. Я не знаю, что здесь с рандомом сделали. И вообще, какие числа люди выигрывают. Я уже давно там выше тройки у меня не поднимается. О, четверка. Тройка. Ну что, сегодня у нас рекорд будет четверка. О, пятерка рекорд, друзья. Единица. Ноль вообще. Господи, просто невероятно. Императорская кузница. Заходим сюда тоже. Ну, давай, раз аккаунту, типа 72%. Тоже, скорее всего, не выбьем. Тут есть шанс успеха, не знаю. Вот на своем аккаунте я бы пытался колдуна выбить, ну а здесь давай. Ну потому что, когда не 100%, у тебя шанс выбить маленький, вот смотрите. О, ковка удалась, да боже, что ж ты будешь делать? Так, временная акция, награды, все. Хватайка, вот с хватайкой сложно. 200 пыли, это по сути 40 попыток. Мы за 29 попыток ни одной карты героя не выбили. Но опять же, мастер рун тоже есть. Я не знаю, что делать. Не знаю реально, что делать. Давайте паролем. Вот, ну, тут как бы такое, видишь. Уже сложно все очень. Ну, тут 5 карт и так есть. Тут 14 этих сундуков. Может, мы отсюда там навыбиваем. Ну, давай, да, откроем это все. Паролем. И там уже оценим ситуацию. И будем тогда думать, что лучше, как лучше. Вот, что замутить. Потому что тут, конечно, ситуация реально интересная.
Так, эти ништяки открываем. Слушай, аккаунт, конечно, бустануться может конкретно. Меня... Причем на нем так мало доната. Ну, у него, по сути, все герои есть. Ну, кроме там, ну, все нужные герои, да. Я там не говорю, что там Влад Дракулы нету. Может быть, он и есть, просто он не открыт. А может, его... А может, его и реально нету. Я не знаю. Так, открываем вот это. Ну, надо места освобождать. Вот, тут у нас как-то они накидываются. Слушай, кулаков там сейчас накопится просто немерено. Ой. Так. Ну давай. 20 сундуков осталось. Сейчас уже пойдут интересные сундуки. Дальше. 424. Господи, их что-то реально очень много. Так, с этим мы закончили. Дальше у нас тут еще сундуки. Не знаю, буду это как-то вырезать, потому что все очень долго открывается. Тут, конечно, уже хорошо. Тут камней. Потом посмотрим, сколько ресурсов на этом аккаунте накопится. Но, конечно, это все выглядит достаточно. Так, идем еще 400 этих сундуков открываем. Тут тоже ничего такого особенного нету. Просто супер фарм. Так, ребята, что у нас тут? Набор почтения. Тоже идет сразу. В открытие, смотрите, тут 4000 камней пламени. Дальше тут что? Так, тут у нас 10 уровня, ну... Никому маскировка не падает. Хотя вам в комментариях падает. Я комментарии читаю, там... Ой, там у вас, ребят, все падает. Я просто могу только порадоваться за вас. Так, тут тоже... Приятные сундуки. Приятные камушки падают. Так, тут тоже мой пасхальный сундук. Вот интересно. Сколько нам упадет осколков, грубо говоря, колдуна? 50. Только 50. Так, это бесполезная фигня, но мы ее откроем. Так, тут у нас что? Воу, 20 осколков новой девочки. Так, зефирик. Надо вообще аккаунт глянуть, что там. У него зефирик тоже, походу, есть. Ну да, я ж его в недостающих не видел. И при этом фармится третье место, серьезно? Весело. Весело девки пляшут. Так, это мы открываем. Так. Это мы тоже открываем. И это мы открываем. Карточки, наверное, сейчас паролем. Карточки, наверное, потом. Ой, так, что у нас по осколкам-то получается? По осколкам у нас мастер рун, ну, так есть. Механоид Альва. Темный колдун 125. Может, реально попробовать эти... Повыбивать механоида Альфа, темного колдуна. Там тоже, ну, соберутся какие-то осколки. Блин, не знаю, как лучше. Давайте ролить. Мисс Магии точно не хватает. Ну вот, мисс магии, пепельные матроны. Подожди, зефирик, а где зефирик? Зефирикус, ты где? Или я долблюсь? А, вон он в самом впереди, ёлки-палки. Ну что, давайте роллинг. 52 тысячи. Гаргул. Малышник. Если мы сейчас, конечно, выбьем какого-то недостающего... О, космо. Выбьем недостающего героя, кого-то из новых. Пепельная Матрона! Вот она, бац, и пришла сразу в коллекцию, да? То я хотел сказать, что если кого-то выбьем из недостающих, то это будет большая удача. Мы выбиваем сразу пепельную Матрону и пытаемся выбить, грубо говоря, пытаемся выбить сами знаете кого. Мисс Магию. Ну, название что-то придумали постоянно. То Леди Магия, то еще что-то. Там напутаешь, подожди, что у нас тут? Ну, значки почета можно открыть, да? КГшки можно открыть. Дальше. 300 тысяч кулаков. Так, камушки, посмотрите, как красиво все собралось. Много, прям хорошо. Этого тоже добра много. Камушки есть. Талантики какие-то есть. 21 тысяча камней пламени. Слушай, ну окей. Давай, ладно, еще откроем одно место. Так, потому что все равно потом пригодится. Давай, дальше. Панда-разрушитель. Триант. Ждем мисс Магию. Купидон. Очень бы ее хотелось получить. Заполучить, выбить ее.
приласкать Варлок. Давай, мисс Магия, приди. Ну, как бы уже круто, да, то, что, ну, какого-то там одного из новых недостающих мы выбили. Космо второй раз падает. Но если еще мисс Магию выбьем, то это прям вообще шикарно будет, Командора. Это будет... Опа-па-па-па! Красота! Сразу три леги упали. Но нам нужна мисс Магия. Ну, я тебе скажу, что она, ну, она падает. Она падает чаще, чем... Она падает... Она падает чаще, чем тот же... Она падает... Смотри, тут Барт есть запасной. Она падает чаще, чем тот же Мастер Рун, понимаете? Так, теперь просто заходим. И сейчас ее возьмем, улучшим. Немножечко. Так, с ожогом первым выпало. Как интересно! Так, это мы забираем. Это мы забираем. Так, все сливаем. Сливаем. Прям хорошо. Прям замечательно. Да. Так, 28 тысяч. Давайте, друзья, мисс Магия, держим кулачки. Чем лайк поставь, чем больше лайков, тем больше шансов выбить мисс Магию. Это же всем известный факт. Так, Дриада, одержимый, кристаллический эктоплазм, укротитель, 190 рыцарь, наемный убийца. Давай, дружище. Эй, одержимый. Ронин. Кэнди. Слушай, падают герои. Хорошо падают герои. А, тут еще 1000 самоцветов мы зарабатываем. Окей. 1000 самоцветов, это хорошо. Давай, мисс Магия, пожалуйста. Остается 20-ка. Блин, если выпадет, то это будет чудо. Это будет чудесное чудо, вытащенное из коробки с большими чудесами. Но вот сейчас герои перестали падать. Так, и... В общем, места освобождать снова. Твою ж дивизию, а. Твою ж... Ага, так, я тут по максимуму сделал. Так, что у нас тут? Ну, сливаем, короче, героев. А, подожди, знаешь что? О, ладно, ничего. Знаешь что? А, ничего. Так, улучшить навык. Все равно самоцветов там осталось мало. Вот. Давай, мисс Магию, рандомчик, и все. Я буду доволен просто до посинения. Давай. Опа. Опа. Так, дальше. Эй, бой. Давай, мисс Магия, дружище. Мисс Магия. Фобос, Командора. Падают герои. А нам мисс Магия нужна, заклинательница. Кэнди уже падала сегодня не раз. Давай. Сердцеедка, малыш Ник, рыцарь. Пожалуйста, мастер рун упал. Даже мастер рун упал. Какая, ребят, незадача? Подожди, давай я все-таки куплю места, потому что вдруг сейчас волна удачи и выпадет мисс Магия. Даже мастер рун упал, понимаете? Который вообще фиг падает. Но мисс Магия вот что-то пока не хочет. Так. Нам надо выбить Леди Божество. Так, ваши подарки. Это мы... Ладно, это уже не трогаем. Вот эти откроем. На, сейчас накидает героев. Окей. Это откроем. Окей. Дальше это не трогаем. Тут неинтересно. Тут вот 10 карт. Опять же, просто можем тупо поржать, посмотреть, выпадет мастер рун или нет. Нет, конечно, не выпадет. Так, нам отсюда надо Леди Божество и Кровавую Мэри. Давай открываем сразу все. Так, Кровавую Мэри мы выбили. И посмотрите, 4 дуэлянта и 1 Кровавая Мэри. Так. Давай я попробую спросить хозяина, есть он онлайн или нету. Чё вообще выбрать? Какой пак из этих выбрать? Наверное, не буду на себя ответственность брать. Так, ребят, возвращаемся. Хозяин аккаунта сказал брать за 30. Так что давайте берем за 30 и посмотрим, что из этого получится. Потому что, ну, эти две, по сути, за 20, да, там только вот две эти карточки.
две карточки, и из них, ну, шанс есть, что Леди Божество выпадет. Но, мягко скажем, он достаточно небольшой. Так, самоцветы откроем. Да, я правильно подсчитал. Самоцветы откроем, и давай возьмем их сразу паролем. Попробуем. Давай, мисс Магия. Мисс Магия, ты ж падаешь на халяву. Давай, Купидон, пожалуйста. Ты мастера рун сегодня рандом дал. Дай мисс Магию, пожалуйста. Эй! Нет, не дал. Ну ладно. У нас есть парящий остров. Так, у нас по сути сколько? 40 попыток. Так, еще раз я себя передвигаю, чтобы вам было приятнее смотреть. Ну, не знаю, как этот роллинг оценивать. Вы, ребята, в комментариях пишите. Так, ну, нам, по сути, осколки... Осколки нужны этого... колдуна. Давай по-быстрому говорят. Вот, ты медленно ролишь, потому ничего не падает. Вот, ролю быстро, и хули, извиняюсь за выражение, толку. Потому что карточка не выпала. И не выпал, знаете, что еще не выпал? И не выпало механоида. Потому что механоида, да, не прибавилось осколков. Темного колдуна тоже мало выпало. Ну, так что... Это одна попытка, охренеть. Так что видите, в чем прикол? Не особо тут вариантов каких-то удачных было, да, сейчас многие из вас могут написать, вот надо было карточки забирать, да, но фишка заключается в том, что забрал бы карточки, оттуда не выбил бы Леди Божество, и вы бы писали бы потом, о, надо было забирать пыль. Ну, как-то, конечно, тоже странно с этими осколками. Короче, результат у нас какой? Мы получили кровавую Мэри, и мы получили в коллекцию эту пепельную Матрону. Как этот роллинг оценивать? Не знаю, оценивайте сами. Ну, тут ситуация тоже не самая простая, не самая легкая. Выбили мастера рун. Это, конечно, круто, невероятно, молодежно, спидозно. Но тем не менее, ребят, мастер рун на этом аккаунте уже был. И то, что мы его выбили, ну... такое себе. Короче, как-то так вот. Огромное спасибо те, кто поддержал это видео лайком. Огромное спасибо подписчику, который предоставил свой аккаунт. Ежели вы хотите предоставить свой аккаунт на роллинг, ссылочки с заявочками на роллинг есть в описании. Огромное спасибо, кто продолжает оформлять спонсорские подписки. Прям вам от души. Всем пожелаю большущей удачи и всем пока.